Добрый день, уважаемые зрители, и добро пожаловать на канал Hobby Home Electronics. В сегодняшнем видео речь пойдет о универсальном микрофонном усилителе на основе микросхемы NE5532. Принципиальная схема и печатная плата микрофонного усилителя была разработана в онлайн-среде EasyEDA. Данный микрофонный усилитель может работать с двух- и трехвыводными электретными микрофонами. Хорошее качество звука достигается за счет использования таких радиокомпонентов, как танталовые конденсаторы и малошумящий операционный усилитель NE5532. Схема содержит два каскада с регулируемым усилением. Усиление первого каскада плавно регулируется потенциометром POT1 в диапазоне от 1 до 10 раз. Усиление второго каскада можно ступенчато изменять с помощью перемычки JUMP1. Если выводы перемычки не закорочены, усиление будет наибольшим, что определяется соотношением резисторов R8 и R5. Когда перемычка подключена к R6 или R7 параллельно с R8, усиление будет меньше. Данную схему микрофонного усилителя я часто применяю для создания световых устройств, в которых используется звуковое сопровождение. Исходя из принципиальной схемы, получаем двухстороннюю печатную плату. Далее приступим к установке радиодетали на печатной плате управления. Корпус устройства для микрофонного усилителя был спроектирован в программе Compass 3D. Все детали изготавливались из органического прозрачного стекла толщиной 2 мм. Далее на печатной плате в отверстие вставляем латунные стойки с общей длиной 12 мм с наружной и внутренней резьбой М3, стягивая их на другой стороне латунными стойками с внутренней резьбой М3 длиной 15 мм. С задней стороны печатной платы устанавливаем нижнюю деталь поверх латунных стоек, стягивая все винтами М3 длиной 5 мм. С передней стороны прямоугольные пазы нижней детали вставляем 4 боковых детали, поверх которых устанавливаем верхнюю деталь, скрепляя все винтами М3 длиной 5 мм. После монтажа корпуса переходим к демонстрации работы. В качестве индикатора на выходе микрофонного усилителя используется светодиод красного цвета, который периодически моргает в зависимости от звука, воспринимаемого микрофоном. Всю необходимую информацию для этого устройства вы найдете в описании под видео. Всем спасибо за просмотр! Не забудьте поставить лайк, нажать колокольчик и подписаться на канал Hobby Home Electronics. Делитесь с друзьями, дальше будет еще больше интересных видео.